Мисс Дженнифер Кенуэй, позвольте представиться. Дженнифер Скотт, пожалуйста. Простите, я... Моя дочь жила со своей матерью Кэролайн, которая умерла несколько лет назад. Дженнифер предпочитает ее фамилию. А, прошу прощения. Я прощу. А вот она... Отец, помоги! Этот шалопай, впрочем, Кенуэй. В чем дело, Хейтем? Мне сцену не видно. Иди сюда. Лучше? Да, а руки не устанут. Эй, я еще не так стар. А если устанут, мы просто уйдем отсюда и пойдем с мамой пить горячий шоколад. По рукам? По рукам. Ладно, тише.